лопатки сделать. Освещение попал. Пап, есть освещение плава. Землей отсыпан, не ложим плиты нервы. И выдает отбойник. Отбойник такой. Бетон, да. Да нет, а что, а что бунтовать, мы с года в год вот так вот живем. Весь наш принцип жизни, вот она река, ну, я в том плане, что там перестрелки, ну, нет. А в самом деле, что мы делаем? Почему? Как вам вы имеете? Ну, Владимир, здравствуйте. Вот этого разбора. Ну, с этой стороны нет, а потом мы с другом поступаем, а не вот. Там снимают, а вот видите, мне бы выдали помочь, это всегда, я вот такой, если бы не было, не нормально. Ну, не буду работать. Здесь еще бетонки, да, идет? Ну, вот она такого, да, типа, бетонки. До школы она. И там мост, вот там, вот. А вон так, да? Вот фонарь, ребята, не желтый, а следующий. И с той стороны он. Вот его ширина моста. Самый большой мост. Самый большой мост, да. 150 метров. А он для транспорта или так? Нет, для человека. Нет, нет, нет. Долго для людей. Только для людей, да? Да. Для транспорта у нас нет, на все объездное. Ну а здесь в плане фундамент нормально их сделан? Нет. Не жалуются. Ну здесь нет. Ну вот в 11 году здесь вот. По окна было, вот, посередине такое, вот. Потом я все заливал. Да. Здесь один дом, что-то списать, как-то там. А на селе, где все живет? В этих?